Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На носу Новый год, и вы наверняка уже определились с основным блюдом, горячим я имею в виду, на новогодний стол. И, скорее всего, даже и набор салатов у вас в голове где-то сидит, а возможно, даже и записали списочек продуктов, которые нужно для них купить. Однако, я хочу вам предложить набор холодных закусок в несколько необычной такой, скажем, нарядной подаче, ну, для того, чтобы украсить новогодний стол. Это будут три закуски со свеклой. Набор продуктов для новогоднего стола стандартный. И так понадобится: отваренные овощи, свекла, картошка, морковь, сваренные вкрутую яйца, лук желательно сладкий, зеленый горошек, селедка, маринованные или квашеные огурцы, у меня квашеные, еще жирные сливки, у меня 35%, и какой-нибудь мягкий сыр, я взял Филадельфию. Первая закуска — это некая фантазия в сторону сочетания вкусов селедки под шубой, ну сейчас увидите все. Свеклу надо нарезать кусочками для блендера, в чашу ее. Сыр сюда же, сразу посолить и буквально ложку яблочного уксуса. Пожужжать и попробовать. Может быть, надо что-то добавить. Может быть, соли, может быть, уксуса, может быть, сахара, если свекла недостаточно сладкая. Отлично все. Переложу в кондитерский мешок. Пусть полежит пока в холодильнике. Охладиться. Не то чтобы это было обязательно, вот так вот, просто хочу оформление всех закусок одновременно закончить. Вторая закуска — это простецкий винегрет, просто в индивидуальной подаче. И теперь надо смешать соус винегрет. Он, собственно, и называется от английского винегар, уксус. То есть это смесь, это эмульсия масла и уксуса. В данном случае ароматный яблочный я беру. Конечно же, надо посолить. Надо добавлять немного горчицы. Но для этого овощного набора, на мой вкус, горчица лишняя. Ну вот, одна порция готова. Так, в холодильник пока. И займусь третьей. Сейчас маленькое отступление. В ресторанах иногда перед началом трапезы вам приносят какую-нибудь малюсенькую порцайку закуски. Горячие или холодные, возможно. Комплимент от шефа. Просто, чтобы разжечь аппетит. Вот именно такую штуку я сейчас и хочу подготовить. В блендер свекла вареная, картошка и сливки. И опять же посолить и пожужжать. Готово. Яйцо вареное разрезать, лука зеленого. Теперь буквально чайную ложку вот этих вот очень кислых квашеных огурцов. Лука, яйцо сюда и укроп. Вот такой необычный крем. Подавать его надо холодным. И еще момент. Я-то сейчас все уже украсил, все уже готово, все, садитесь, доешьте. Если вы ждете гостей, то разлили этот крем, разложили по порционным посудинам, отправили в холодильник, не украшая. Он охлаждается. Гости пришли, сели за стол, вы достали все из холодильника, по пол чайной ложечки украшатель сбросили в каждую чашку и подаете, чтобы не утонуло ничего. Ну, последняя закуска совсем простая. На бородинске выдавливаю охлажденную пасту, сюда же селедочку, все, естественно, луком надо украсить. Готово. Как видите, все очень просто, но при этом нарядно. Начну я с комплимента от шефа. Так, укропчик в сторону отодвинуть, а крема набрать с огурчиками кисленькими и с луком зеленым. Очень классное сочетание. Можно сливки заменить сметаной,
он тоже достаточно жирный. Если вам сливки почему-то не хочется, тоже будет классно. Очень такая нежная, сладковатая паста. И вот эти вот кисленькие огурчики очень классно ее оттеняют. Может быть, можно немножко остроты добавить в виде черного перца, не знаю. Но, наверное, нет. Нет, я бы не стал. В качестве такой очень мини-закусочки, разжигающей аппетит, просто великолепно. Так, второе блюдо. Второе блюдо – это бутер. Бутер с селедочкой, с пастой, очень похожи на эту, но сливки и вот этот вот сыр Филадельфия по вкусу все-таки отличаются. И не забывайте, что здесь свекла с добавлением уксуса. То есть здесь вот эта паста более яркая, более острая. Кстати, свеклу можно предварительно даже подмариновать, если вы ее отварили, потом залили уксусом. И далее постоять, будет еще более яркая штука. Так, ну дайте уже. С бородинским. Просто улет. Просто класс. Селедочка нежная, жирная. Это малосоленая. Ураган. Просто ураган. Так, ну а винегрет, что его пробовать? Винегрет, вы знаете, здесь вся фишка вот в этой подаче и слоями. Просто ради эффекта. Не буду его на камеру есть и жевать. Извините. Вот такие три нарядные закуски, которые, на мой взгляд, очень хорошо украсят ваш стол новогодний. Так что берите на вооружение, это несложно, это быстро и это очень вкусно. Спасибо за компанию. Напоминаю, что по промокоду FRESCO вы можете получить очень приятную скидку. Всем пока! С Новым годом!